Желание заработать как можно больше денег на рынке Форекс вполне естественное. Валютный рынок предоставляет для этого великолепные возможности. Поэтому это видео коснется самого главного вопроса, который интересует всех участников валютного рынка. Как же на Форекс зарабатывать? Во-первых, чтобы сделка принесла вам доход, валютообмен должен быть выгодным. То есть нужно дешево купить и дорого продать. Рассмотрим пример. Допустим, на вашем счету 1500 долларов. Текущий курс евро к доллару 1,5. То есть за 1,5 доллара можно купить 1 евро. Вы предполагаете, что в скором времени евро по отношению к доллару вырастет. Поэтому на 1500 долларов покупаете 1000 евро. Интуиция вас не подвела, и действительно курс евро стал 1,51. Закрыв сделку, вы обмениваете 1000 евро на 1510 долларов. И таким образом зарабатываете 10 долларов. Неплохо, подумаете вы, но где мне взять средства, чтобы заработать больше? Именно с этой целью была создана система маржинальной торговли, то есть кредитного плеча. С ее помощью частные инвесторы, внеся небольшой депозит, могут оперировать суммами в разы больше. К примеру, компания Admiral Markets дает вам возможность в 500 раз увеличить собственные средства, другими словами, предоставить вам заем. Чтобы понять, как это работает, вернемся к нашему примеру, но с кредитным плечом. Итак, у вас на депозите 1500 долларов. Вы предполагаете, что евро по отношению к доллару будет расти. Берете у нас максимально возможный заем и получаете в распоряжение 748 500 долларов. На эти деньги вы покупаете 500 тысяч евро. После того, как курс евро становится 1,51, вы продаете евро и получаете 755 тысяч долларов. Вернув брокеру заем, у вас остается 6,5 тысяч долларов, из которых 1500 – ваш депозит, а 5 тысяч – чистая прибыль. Согласитесь, отличный заработок для одного дня. Использование кредитного плеча может обеспечить превосходные результаты, если все идет хорошо. Что же будет, если происходящие события не будут соответствовать вашим ожиданиям? Не волнуйтесь, вы не потеряете вложенные деньги и никому не будете должны, так как у вас есть возможность установить стоп-лосс. Это своего рода страховка. В момент, когда вы начнете терять свой депозит, брокер принудительно закроет вашу сделку и вернет себе выданный вам заем. Как же узнать, когда и в какую сторону изменится курс валют? Основными факторами роста или падения валюты той или иной страны являются события в макроэкономике. Например, развитие индустрии страны, изменение уровня безработицы, национальные политические конфликты. Как вы понимаете, когда экономика страны стабильна, стабильна и ее валюта. Еще один значимый фактор – природные бедствия и катастрофы. Такого рода события, конечно, снижают стоимость валюты. Обо всем происходящем в мире вы можете узнать из новостей, а также на сайте Admiral Markets в разделе «Аналитика». А теперь мы предлагаем вам сделать следующий шаг и открыть торговый счет. Приступая к торговле, используйте в своих первых сделках минимальный торговый лот и невысокое кредитное плечо. Ограничивайте свои возможные потери, используя ордер «Стоп-лосс». Компания Admiral Markets с радостью станет вашим верным помощником и проводником в мир валютного рынка Форекс. Когда вы с нами, мечты становятся реальностью.